Ну, где будет разы, короче. Да. Да, да. Мы будем в этот раз, мы будем очень... Я буду, точнее, я буду уничижительно отзываться об игре Кирилла, но подсказывать не буду напрямую, потому что все-таки у нас не очень сильные соперники. Тебе нужно... Делал Данила 2400. Так что, я думаю, тебя и забьют. Нет, почему? Я бил Даню стабильно. Ты коня не зевни. Бил ты Даню. Нет, стабильно бил Даню в этом. Как это называется? В... На личесе в пульку. Молодец. Так, жертва пешки. Угу. В простонародье называется зевком. Нет. Так, это 10-й ход? Не волнуйся, этот ход мы оба сделали. Да, хорошо. Чуть-чуть. Майнчес. Angry Hamster интересуется. Нет, он прямо... Как придумать интересный ник? Он прямо намекает. Он намекает, что он хочет играть с сильными. Позиция у нас... УГ. Да. Ну, слон А3, давай, что тут? Ну куда, слон А3 вообще в никуда. Чем на эту диагональ? Так, тоже мат начинается. На F3 нужно играть. Не будет он бить, не переживай. Какой это ход? Я не вижу. Убери чат чуть пониже, пожалуйста. Давай я уберу его сюда. Какой ужас. Слон Е3. Позиция слишком стабильная, как обманывать? Как обманывать? Сделай 4 хода и обманул. Ты никого не обманешь. Паньков играет сильнее Артемьева. Да не Паньков играет сильнее Артемьева, а... Все нормально. Кирилл играет слабее Панькова. Так, ну смотрим. Последний ход у тебя, кстати, остался. Выбирай. А, ты обезопасился, да? Да. Это я обезопасился от тебя, Кирилл. Уже знаю, можно ожидать всякого. Так, ну у нас сейчас простой план. Просто не зевни. Вот твой план. Да нет, это скука. И флаг не урони. Флаг-то я не уроню, успокойся. Вот солнце один пойдет. Зачистил пешку. Сейчас он F4. Ты можешь зевнуть пешку, главное не зевни что-нибудь серьезное. Не зевни что-нибудь серьезнее. Ну тут есть кое-какие намётки, все-таки разноцвет на доске, а это помогает в атаке. Только нам нужно атаку придумать. Почему ты идешь в другую сторону от атаки? Нормально все. Размен ферзей. Размен ферзей нам не особо интересен. Зачем? Ну да, я понимаю, мат. Хорошо, сходили. Король H2, следующий ход. Так а все, что ли, привет? Нет, вот привет. Ферзь B7, ферзь D7. Ферзь B7. Так, тут можно поменять ладья. Вот, отлично. Все, меняй, давай сделаем ничью в этом цвете. Король H2. Так мы ее не сделаем. Нет. F4. Так. И в шапку, бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех без планеты. Бабки в шапку, бабки в шапку, внеси свой вклад в дело спасения бездомных поросят. Ял. Ты хочешь выиграть, что ли? Зачем ты вот убрал его сюда? Жопа будет здоровенная. Пришло интересное сообщение, я, к сожалению, не до конца его из-за тебя расслышал. Твои ходы, кстати. Ничья, что ли? Да. Ну это неинтересно. У нас отвратительная позиция без пешки. Ну можно взять на c6, тоже ничья будет. Какая разница? Так, хорошо. Дальше. Ждем следующего участника. Давай лучше я дебют разыграю. Хорошо, разыгрывай. Ты ужасен. Нет, я неплохо играл, просто я... Просто отвратительно, хорошо. Ладно. Ну и что там? Он не хочет играть? Да, мы слишком слабы. Так, подожди, нам закинули еще 100 рублей. Я хочу узнать, кто это. Напиши, пожалуйста, в чат, кто. Мы должны поговорить. 650 хотелось бы. Да как, до какого года? До 24-го? В принципе, хотелось бы 2650. С Платоном 10 годовочки сыграем? Давай. Нас же и забьют. Ну и что? Ну давай. Чего бояться?
Пойди бы ты гонь. А как зовут-то, а? И, типа, без разницы. Давай D5 какой-нибудь. Вообще пофигу. Нужна какая-то разнообразность. Ферзь D6, да, это вот этот тупейший вариант. Спасибо. Или абсолютно ничего. Осталось, что отсвечиваешь. Абсолютно ничего нет. Ой. Нормально, самая главная плотность. Вы реально собираетесь сидеть тут 12 часов? Ну да, вообще-то. Именно так. Осталось там 5 шестых. Слушай, Кирилл, чья это была идея? Как вообще этот маразм мог прийти в чью-то из наших голов? Не знаю. Так, 3-0 хоть с Платон. Я делал все, чтобы Платону было удобно играть в этой партии. Ну и 6, так, нормально все. А что на конь b4? На конь b4? Не знаю. Как пешку защищать на c2, ты видишь, да? Замануха какая-то под мои ходы, здорово. Так, черт. Платон очень хорош в этом плане. Разобрался. Ну ладно, я там накинул. Нет, потому что Платон хорош в этом плане, еще и на конь c2, видимо, конь g3 задумал, а слон g6, слон... Вообще не знаю. Это какой ход был? Хватит... А, это я делаю, извини. Платон, ай-яй-яй, так надеялся на эту гениальную ловушку. Никита, сыграй со мной, Поль, налечайся, пожалуйста. Попозже сыграем. Смотри, вот. Ну, исполняй. Вообще-то твой последний отход. Теперь я приступаю к игре, сейчас партия будет переведена в более интересную. Погоди, сейчас ты проиграешь 2 хода. Это понятно. Нет. Мне интересно, какая реальная оценка этой позиции. Я не проиграю 2 хода, успокойся. Ну да, это понятно. И на EF, ой, на DC. Грозит конь B3. Жертва. И жертва, полужертва. Да занеси, да он побьет. Что занеси? Это мат в один ход, кого он побьет? А, это мат, ничего себе. Вообще-то, и все, что делать? Солнце 4? Он безнадежный. Солнце 4 надо? Очень талантливый. Согласен. Солнце 4. Да, вот Евгений написал ферзь d4, но поздновато. Солнце 4. Солнце 4, возьму слона. Возьмешь слона. Ну потом тот же мат на b3 полетит, что изменилось. Так. А что в гневных комментариях от Платона? В чате, что ферзь d4 сыграл я, не Кирилл. Так. Оно пришло. Давай покажем информацию. Менталист. Что значит менталист? Обаятельный человек. Обаятельный пишется через А, кстати. Да. Так что. Что ты... значит менталист? Платона нет, Платон точно отказано. Ментальный? Я знаю, что означает слово ментальный. Что такое менталист? Это доктор. Иное название для психолога, что ли, я не знаю. Бей слона. Да, да, да. Гениально. Шедевр. Справишься в этой позиции, я в тебя верю. Я начинаю отдавать пешки. Бей на 3. Срубленный флаг. Позиция тоже такая неплохая у черных. Ну да.